Спасибо вам большое. Спасибо за совместную деятельность. Спасибо. Торжественное награждение предпринимателей, которые отличились своими добрыми делами, провел заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин. Во вступительной речи он отметил, что поддержка нуждающихся была важна во все времена, а сейчас в связи со специальной военной операцией стала просто необходима. Благо бизнес в муниципалитете к этому процессу оказался готов и активно подключился. Тяжеловато становится после введенных санкций. Есть особенности определенные. Предприниматели. Но несмотря на это, вот та благотворительность, которой занимаются предприниматели, она выросла. Сейчас много благотворительности связано именно со спецоперацией, с помощью мобилизованным семьям. Мы благодарны им. Предприниматели, чей бизнес находится на территории 6-го микрорайона города Видное, одни из самых активных в округе. Во многом это заслуга руководства территориального отдела. Сотрудничество началось около 3 лет назад. Помогают в проведении праздников, оказывают адресную поддержку детям-инвалидам, ветеранам, многодетным семьям. Я от чистого сердца их благодарю за их добрые сердца, за их отзывчивость, за их человеческие, прежде всего, качества, потому что они живут, многие из них на нашей же территории. Здесь же они развиваются. Я желаю им благополучия, удачи, перспектив и, конечно, предпринимательской удачи в полном смысле этого слова. Пусть все у них будет хорошо. В канун Нового года они оказали поддержку в помощи ветерану Великой Отечественной войны, который от администрации Ленинского городского округа получил квартиру, а предприниматели оборудовали ее новой современной мебелью. Работая в Ленинском городском округе и в 6-м микрорайоне, мы зарабатываем деньги. И, соответственно, зарабатывая, мы не только там должны вкладывать экран, но и помогать тому людям, которые в этом нуждаются, а также вкладывать в развитие своего района, в инфраструктуру, в детей, в помощь пенсионерам, инвалидам, в спорт. Без этого не будет дальнейшего развития. А дальше только больше. С таким настроем предприниматели 6-го микрорайона вступают в Новый год. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.